Проблемы для США создают не Россия или Китай, а сами американцы, заявил президент Соединенных Штатов Барак Обама на встрече с руководителями крупных американских компаний в рамках мероприятия «Круглый стол бизнеса» Business Roundtable. Американский президент отвечал на вопросы собравшихся, касающиеся текущего состояния экономики США, проблем кибербезопасности и сино-американских отношений. Сейчас нет ни одной страны в мире, включая и Китай, которая не завидовала бы нам, США, примред. Наша проблема не в том, что Китай, допустим, продавит нас на переговорах, или что господин Путин переиграет нас стратегически. Это не наши проблемы, наша проблема, это мы сами, заявил Обама. Ред.